визу. Значит, в этом промежутке также необходимо указать, что мы как от себя по итогу проведения, я думаю, все за, чтобы мы на мэра написали обращение, встретиться с церковной командой. Да. Все за. Это единогласно. Все за. Все единогласно. Да. То есть мы от своего лица сегодня подготавливаем письмо на Александра Федоровича о том, что. Вы от администрации или от нас? От администрации и подтверждаем, что инициативная группа по поводу громадских слухань выявила зацикавление и вообще правильное это все. Ну, мы красиво написано, да, изложено. Что необходимо встретиться на том, как, чтобы убрать накал страстей, который возник в обществе, в принципе, да, я считаю, на пустом месте. Ну, это, как я снятие считаю. Напряженности. Да, снятие напряженности, чтобы мы в это тяжелое время друг друга могли не только слышать, но и услышать и принять правильно, мудрое, взвешенное решение. Да. Правильно? Да. Все. Это мы от себя пишем письмо, копии, если надо, Альберта как глава, мы ему отдаем копию с печатями, как положено, зарегистрировано, кому надо, с ним состыковывайтесь. Потом, третий пункт, что мы, если в случае непринятия решения до 10 числа, мы проводим встречу тогда 10 или нет? 11 числа. 10-го. Значит, 10 числа, на котором будет обсуждаться вопрос о опытовании близкие и правильно. Все? Вопросы, предложения, замечания. Спасибо. Если нет, то нет, спасибо. В принципе, понятно.